7 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 88-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже из ее квартиры денежных средств. Сотрудники полиции, изучив обстоятельства происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через несколько дней установили личность подозреваемой, 28-летней жительницы Республики Мордовия. Подозреваемая была задержана на территории города Александрово и созналась в содеянном. Злоумышленница пояснила, что приехала во Владимирскую область, чтобы заниматься продажей вещей, посещая жилье местных жителей и предлагая им товар. Во время обхода фигурантка заметила, что дверь в одном из домов в Александрове не заперта. Воспользовавшись ситуацией, подозреваемая осмотрела помещение, открыла шкафы, в одном из которых обнаружила 40 тысяч рублей. Похитив деньги, злоумышленница скрылась. Пожилая хозяйка дома в момент совершения кражи спала. Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Деньги изъяты сотрудниками полиции. Проводится проверка на причастность фигурантки к иным аналогичным преступлениям. Старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Федосимов Андрей.